листоед тополевый – один из наиболее широко распространенных и частых видов жуков-листоедов из подсемейства хризомелин, распространенных в палеарктическом и ориентальном регионах. Жуки встречаются с апреля по октябрь везде, где произрастают их кормовые растения – ива и тополь. Длина тела взрослых насекомых 9-13 мм. Окраска темно-металлически блестящая, синяя или сине-зеленая. Передняя спинка спереди немножко сужена, бока с продольными валиками. Усики черные. Надкрылья с хорошо выраженным плечевым бугорком. Одноцветно красные или рыжие. У молодых особей желто-красноватые, испещренные мелкими точками. При сложенных надкрыльях их вершины и углы имеют общую, ясно видную черную точку. Вдоль бокового края надкрыльев проходит ряд точек. Очень распространенный вид. Развивается за счет тополя, осины и ивы. Для средней полосы европейской части России обычно двойная генерация тополевого листоеда. При растянутом лете в году бывает одно поколение. Лед жуков с апреля по октябрь. Они дополнительно питаются листьями, выедая на них дыры. Особи питаются в основном молодыми листьями на различных ивах и тополях, но в главном образе на осине, тополе белом, иве прутовидной и иве пурпурной. Жуки обитают в хвойных, смешанных и широколиственных лесах, на лесных опушках, в пригородах, на старых лесосеках, в сухих лугах, а также встречаются на прибрежных кустарниковых ивах на границах песчаных берегов водоемов. Периодически размножаются в массе. В годы массовых размножений листоед, уничтожая прежде всего молодую листву, может сильно тормозить развитие и рост посадок тополевых и других насаждений. Самка откладывает яйца на нижнюю сторону листьев в мае-июне небольшими кучками. Через некоторое время появляются личинки, которые сначала держатся вместе, объедая мякоть листьев, а когда подрастут, то расползаются поодиночке. При развитии личинки проходят три возраста при двух линьках. Во второй половине июля происходит окукливание личинок. Личинки второго поколения развиваются в августе и окукливаются в конце этого месяца. В сентябре появляются молодые жуки, которые зимуют, зарывшись в землю или под листвой.
этого листоеда можно в течение всего теплого времени года. Ареал обитания тополевого листоеда довольно широк. Умеренная зона Евразии, от самых западных пределов до восточных. Селится он в основном в лесной и лесостепной зоне, там, где и произрастает его кормовое растение.